Здравствуйте, друзья. Мы, Вероника и я, приветствуем вас в таком уголке, который, можно сказать, что международный аэропорт Сан-Франциско, а можно сказать, что багаж тут выдают с местных рейсов. Вот такое странное место. Вероника, рассказывайте, откуда вы приехали. Ну, прилетела я с Нью-Йорка, летела через Монтану, по-моему. Миннеаполис. Вот. О, Миннеаполис, вот, да. У нас холодно, снег, а тут я видела зеленую траву. Уже видели в окошечке там. Ага. Хорошо, а как вы к нам попали? А вот у меня подружка пошла в вашу школу, потом она рассказала мне, и так вот я приехала. Это Диляра ваша подружка? Да. Окей. Диляра у нас есть там на каком-то видео, она как минимум один раз точно была. Мы ее из аэропорта везли, я помню. Ага. Откуда вы Диляру знаете? А Диляра подружка моей подружки. Все эти девочки русские, вот, и она приезжала в Нью-Йорк, и мы катались на каяках. А еще мы путешествовали, вот откуда я знаю, путешествовали в Аризону, в Колорадо и там еще два. На каяках? Они на каяках просто путешествовали, а потом она еще в Нью-Йорк приезжала к своей подруге, которая нас и познакомила, Юля ее зовут. Так вы чего, это каячница? Нет, просто для удовольствия. Вы любите спуститься так по реке? Как-нибудь? Да, люблю. Ой. Откуда вы так родом? Вообще с Украины. Люблю активный образ жизни. С какой части Украины? Откуда? Харьков. Харьков. Это у вас говорят «тю». Да, и «тремпель» у нас говорят. «Тремпель»? «Тремпель» — это как плечики на русском. А, вешалка. Да, вешалка. «Тремпель». Хорошо. Ну что же, так вы давно в Америке? Где-то 5 лет уже, 5.5 даже. Образование какое? А компьютерные науки, вот. Где учились? Хире, в Харькове. Это авиационный какой-то? Нет, это называют, ну, Харьковский национальный университет радиоэлектроники. А, и он радиоэлектроника. Разделяется на компьютерные науки и радиоэлектронику. Понял. Вот. То есть вы без радио так просто так? Нет, просто компьютеры. Мы учили там базы данных, что-то HTML. Вот. Приходилось работать по специальности? Ну, я работала как веб-разработчик немножко. Ну, да. Там с HTML. Потом я также работала с графикой. Это Photoshop, Illustrator, InDesign. Вот, но... Так вы, можно сказать, человек подготовленный. А что вы в Америке 5 лет делали? Ну, сначала я сюда приехала по культурному обмену. Работала нянечкой 2 года. А потом приехала, ну, это было в Вашингтоне. А потом я приехала в Нью-Йорк, тоже нянечкой. Вот это доработала по программе и работала... Это УПР какой-то? УПР, да. Ага. Вот по этой программе я приехала. И потом где-то 3 года, получается, с половиной работала как якобы веб-разработчик, но в компании не профилирующей, поэтому я им сделала сайт, а потом делала вот как офис-менеджер работу. Понял, грин-карт есть? Есть. То есть вы полноценная девушка, такая американская, замужем? А муж где? А муж дома, вот поэтому я 28-го не приехала, не отпускала. А что же он вас это... И точнее, даже вы его, так может, оставили одного, он бедненький, привык уже к вам. Ну вот, буду приезжать на выходных, если будет возможность. Ой-ой-ой. Посмотрим. Ну ладно, но он поддерживает в целом. Ну, сказал, что можно и найти в Нью-Йорке, а что, в Калифорнию ехать, а я хочу в Калифорнию, тут тепло и много, первого и наслышано, круга. Да. И наслышано, ну, Диляра у вас там, да. Ну что же, давайте искать наш иммигрантовоз, потому что он где-то у меня тут затерялся, в общем, пока я ходил по коридорам вас встречать. Сейчас найдем. Ну что же, друзья, мы находимся на 5-м верхнем этаже Сан-Франциского аэропорта. Как обычно, мы любим здесь это открытое место, свежий воздух. Уже сколько там часов? 5:30, да? Да, уже 5:30. Темнеет немножко. Ну, не холодно? Нет, очень даже жарко по сравнению с Нью-Йорком. У меня куртка еще есть. Понял. Ну, скоро вы и эту снимете. Чем-то замените более легким. Значит, объясняю традицию, раз вы не в курсе. У нас есть такая традиция. Нажатием на кнопочку, вот эту, на иммигранта-мобиле или возе, как там по-разному люди называют, вы закрываете дверь в прошлую жизнь и открываете путь в новую. Хорошо. А как? Значит, вместе с Вероникой, когда вы нажимаете кнопочку вот эту, люди, которые смотрят наше видео, нажимают на кнопочку лайк под видео. Ага. Тем самым они энергетически подключаются вот своей энергией к вашей энергии. И вот этот вот импульс в направлении успешного освоения, успешного прорыва в жизни, да? Знаете, какая серьезная штука? Давайте подготовим. Ну, да, так, чтобы не ударить, только сразу отскочите. Давайте. Раз, и... 2, 3. Ура! Хорошо, ура, получилось. Так, ждем. Сейчас щелчок будет. Ну, тихий щелчок, ура. Итак, друзья, мы уже
втроем, да, подружки втроем. Они некоторые видятся первый раз. Их объединяет Диляра, которая, знаете, как вот связисты чокаются, берут бутылку и в нее, это через коммутатор. Вот так у вас, значит, с Диляра. Ну, представьтесь, вы еще не показывались у нас. Угу. Меня зовут Гульнас, я из Майами. Так. Еще Гульнас, тоже из Майами. То есть у нас из Майами всех Гульнас мы забрали. Да. Вы моделями были раньше или так? Никогда. Уклонялись. Ну, ну теперь уже все, теперь уже будете тестерами. Да? Да, придется. Дай Гуля портного. Ну хорошо, значит, квартирку-то вы сегодня оформили, чем кончилось? Да, квартиру сняли. 1 февраля. Да. Ага. Я все ждал, что мы с вами втроем поедем, я буду такая веселуха, мне все завидовать будут, как Михаил, как какой, какой проказник у него там, такой цветник собрал. Ну ладно, в следующий раз тогда уже. В следующий раз. Ну хорошо, я вам оставляю гостю, поскольку она устала с дороги, а у меня тут еще телефон звонит. Все, девочки, помахали ручки всем. Все, пока. Счастливо. До свидания.